Учащийся 10 Б-класса Лесногородской школы Николай Сатрихин стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Она проходила с 13 по 19 апреля в Калининградской области. На днях Николая пригласил в администрацию Андрей Иванов, чтобы лично поздравить с победой. Мы гордимся тобой, школой, твоими родителями и твоими, конечно, воспитателем, учителем литературы. Насколько я помню, Ольга Вячеславовна, да, по-моему? Андрей Иванов вручил Николаю почетную грамоту и ценный подарок, о котором юноша давно мечтал, а также выразил благодарность его маме за воспитание и помощь сыну в учебе. Директор Лесногородской школы гордится успехами ученика и отмечает, что за этой победой стоял колоссальный труд. Для того, чтобы выиграть Всероссийскую олимпиаду школьников, это необходимо приложить немало усилий, это колоссальная количество занятий надо провести с репетиторами, с учителями. Это и специальные люди обучают для подготовки к олимпиаде, родители. Это очень надо иметь крепкое здоровье. Также, потому что Николай в том году участвовал в олимпиаде и выиграл региональную, и должен был поехать. Но он прихворал, и по состоянию здоровья в том году он не смог поехать на российский уровень, на федеральный уровень. А вот в этом году у нас все удалось. Николай с детства увлекается литературой, сам пишет пьесы и рассказы, а также дополнительно занимается в лицее для одаренных детей и имеет собственные публикации. Как признается юноша, в собственных силах на Всероссийской олимпиаде он не сомневался и как минимум рассчитывал попасть в призеры. Большую роль в его победе сыграла поддержка близких и школы. Мне очень приятно, это очень важное событие для меня, неожиданное, то, что я присутствую сегодня здесь. Я рад, что мой успех замечен, я рад, что моя работа замечена, что это оказалось нужным, что это оказалось важным. Важно отметить, что во Всероссийской олимпиаде приняли участие около 250 человек, а Николай получил 118 баллов. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».